Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Бортик. Сегодня я вас научу очень быстро делать сальто на вертолетах в Тайкон. Что ж, поехали. Чтобы сделать нам трюк этот, нам нужно иметь клавиатуру и сидеть на ПК. И иметь прямые руки, чтобы это сделать как минимум. Что ж, набираем высоту где-то 600 или 500, ну то есть кому как. То есть хотите попрактиковаться, максимально набирайте. Ну что ж. Показываю, как это делается. Летите спокойненько себе. Летите. Затем нажимаете кнопку Alt, держите курсор вот так. Когда вертолет становится в такое положение, камеру вниз и курсор вниз. И вы делаете сальто. Еще раз показываю, кто не понял. Alt, камера вверх, мышка вверх, держим, камера вниз, мышка вниз, и все. И вы сделали сальто. Это работает почти на всех вертолетах, кроме Суперсталиона. Учитывайте, может получиться не с первого раза, далеко. То есть штука довольно фановая, и на истребителях это провернуть не получится, к сожалению. Если бы можно было, это вообще была бы суперская штука. Ну а что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Лордикс, и всем пока-пока.